В эфире службы новостей «Саров-24». В студии Анна Пилипец. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. 22 июня – День памяти и скорби. В Сарове почтили память павших во время Великой Отечественной войны. 15 самых достойных – тренер спортивной школы «Икар» и волонтер кинологического клуба «Акбар» попали на доску почета. Городские соревнования по теннису прошли в молодежном центре. Далее расскажем обо всем подробно. 22 июня в России отмечается День памяти и скорби. В этот день, в 1941 году, началась Великая Отечественная война, ставшая самой кровавой и разрушительной в истории страны. В этот день в России отдают дань уважения тем, кто погиб, не увидев победы, чтобы их подвиг не был забыт, а трагедия не повторилась. В Сарове память героев почтили у вечного огня. Площадь слез. Здесь, у здания городского музея, отправляли добровольцев на защиту Отечества в июне 1941 года. И традиционно каждый год в День памяти и скорби 22 июня в 4 утра сюда приходят представители общественных объединений города. Отсюда колонна движется по историческим местам города. Завершается шествие у вечного огня акции «Свеча памяти». 22 июня. Это священный день для всех россиян, для всей России, для всего нашего народа. Забывать его ни в коем случае нельзя. День памяти и скорби. Поэтому в этот день, конечно же, и молодежь, и ветераны вспоминают, приходят к вечному огню и приносят цветы, зажигают свечи. В 12 часов почтить память погибших к вечному огню пришли представители молодежных и общественных объединений города, Совета ветеранов, городской организации «Дети войны». На фронт ушли около 2000 саровчан и жителей деревни Балыково, из них более 30 женщин. Среди более чем 26 миллионов погибших советских людей – 537 саровчане. Их имена высечены на мемориале «Вечный огонь». Более 100 саровчан награждены правительственными наградами, 54 из них посмертно. Среди них и 16 выпускников 41-го года. Ни один из них с войны не вернулся. В этот день, 82 года назад, началась самая страшная, самая кровопролитная Великая Отечественная война. Почти 1500 дней вся наша страна от мала до велика воевала на фронте, работала в тылу, делала все возможное и невозможное, чтобы сегодня над нашими головами было мирное небо. 27 миллионов человек погибло. Только вдумайтесь в эту цифру. Каждый год Светлана Васильевна Сунцова приходит к вечному огню в День памяти и скорби, чтобы почтить павших. Когда началась война, ей был месяц. Отец сразу ушел на войну. Его она не помнит. Мама работала в тылу. До 6 лет маленькая Света росла с бабушкой. Работа в те годы находилась для ребят практически любого возраста, вспоминает Светлана Васильевна. Для детей войны в то время находилась для каждого возраста работа. Меня еще с 2 лет, я по рассказам бабушки, мамы знали, что они меня заставляли летом особенно караулить кур, чтобы они на огород не лезли. Я, конечно, бегала по двору, просто бегала по двору, а куры, наверное, боялись, поэтому и не шли на огород. Потом мы начали работать уже с 5 лет, мы были дома хозяева, потому что нужно было поливать огурцы. Мама готовила воду приготовить, а мы уже поливали огурцы, пололи морковь, пололи капусту. В завершении митинга возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь». Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24». О тяжелом времени простыми словами митинг ко Дню памяти и скорби провели в детском саду номер 9. На мероприятии ребята читали стихи, пели песни, посвященные Великой Отечественной войне, танцевали, а также приняли участие в малышковом параде. 22 июня ровно в 4 утра радио нам объявило, что началась война. 22 июня – День памяти и скорби. В этот день, в 1941 году, началась Великая Отечественная война, ставшая самой кровавой и разрушительной в истории страны. Почему этот день носит такое название и что произошло в эту дату? Воспитанникам детского сада номер 9 рассказали воспитатели и приглашенные гости из Академии детского мюзикла «ВИС». Для детей это важно почему? Чтобы они не забыли свою историю, чтобы они помнили Великую Отечественную войну. С каждым годом ветеранов все меньше,
меньше. И детям, все-таки это наша история, детям это очень полезно и важно. На мероприятии ребята читали стихи, пели песни, посвященные Великой Отечественной войне, танцевали, а также приняли участие в малышковом параде. Я сегодня узнала, что в этот день в 4 утра началась Великая Отечественная война. Мы возлагали к вечному огню огонечки. Мы маршировали с флажками и пели песню про Россию. Завершился митинг минутой молчания. Каждый из участников города почтил память героев. А после все желающие возложили свечу памяти к вечному огню. Ирина Вышкородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Онлайн-опрос жителей региона о состоянии законности в работе подразделений госавтоинспекции проходит до 30 июня. Нижегородцам предлагают ответить на вопрос, приходилось ли вам сталкиваться с проявлениями коррупции со стороны сотрудников госавтоинспекции Нижегородской области за последние 6 месяцев. Опрос доступен на странице сайта МВД России в разделе «Опросы общественного мнения». Другая важная информация в подборке коротких новостей. Минтруд РФ подготовил поправки по выплате пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет. Выплаты сохранят, если мама досрочно выходит на работу. В период отпуска по уходу за ребенком можно будет трудоустраиваться к другим работодателям с сохранением права на пособие. Гарантия сохранения рабочего места у прежнего работодателя остается неизменной. В ведомстве напоминают, что сейчас пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет выплачиваются только в том случае, если родитель, будучи в отпуске по уходу за ребенком, работает не полный день. Каждый день нижегородские спасатели выезжают на сигналы о происшествиях на воде. Причина зачастую одна – отдыхающие не соблюдают правила безопасности на водоемах, что приводит к трагедиям. ГУ МЧС России по Нижегородской области просит быть осторожными и не оставлять детей без присмотра, отдыхая на водоемах. Спасатели рекомендуют не нырять в незнакомых местах, не заплывать за буйки и рассчитывать свои силы при плавании. Производство молока в Поволжье в январе-апреле текущего года увеличилось в годовом выражении. Это в том числе связано с реализацией инвестпроектов по расширению выпуска продукции и повышению эффективности животноводческих молочных ферм. Тенденция характерна для Нижегородской области. В регионе в первом полугодии 2023 года завершился один из этапов строительства нового животноводческого комплекса. Параллельно с этим снижались закупочные цены на молоко. Некоторые представители отрасли в Поволжье сообщили, что цены на сырое молоко приблизились к себестоимости, а на отдельных молокозаводах сформировались избыточные запасы продукции. При этом снижение стоимости на молоко могло быть связано с тем, что в отрасли расширились производственные мощности. 15 самых достойных доску почета на площади Ленина обновили. Учителя, тренеры, волонтеры, культурологи, врачи, сотрудники сферы ЖКХ. Ежегодно на доску почета попадают саровчане, достигшие высоких результатов на профессиональном поприще. О людях, которыми гордится Саров, расскажем в следующем репортаже. Валерий Трубин пришел в спорт в 1979 году, выбрал отделение борьбы и попал к тренеру Виталию Карловичу Михайлову. На протяжении 6 лет он усердно тренировался и уже тогда принял решение связать свою жизнь со спортивной деятельностью. Поступил в педагогический институт и в то же время продолжал тренироваться и выступать на соревнованиях. Валерий Викторович выполнил разряды мастер спорта по дзюдо и кандидат в мастера спорта по самбо. Тренерской работой начал заниматься в Днепропетровске сразу после армии, а потом переехал в Саров. Сначала я раньше начинал маленькие группы, набирал для себя, потому что был какой-то период в 90-х годах, не было спорта такого сильного. Вот. А потом начал серьезно заниматься уже. Где-то 2010 года уже начал серьезно заниматься тренерской деятельностью. Вот. У меня уже вышло, в этом году выходит уже третье поколение, заканчивает у меня спортсмены. За свою тренерскую карьеру Валерий Трубин воспитал нескольких сильных спортсменов. Тренер не только обучает детей приемам рукопашного боя и самбо, но и воспитывает их, пытается заинтересовать, отвлечь мальчиков от гаджетов. Также Валерий Трубин мотивирует своих воспитанников хорошо учиться в школе. Главный принцип тренера – выпустить в мир хороших людей. Дети, которые маленькие начинают, они вот меня вдохновляют, дают энергию к будущему. Потому что приходишь когда вот на тренировку, приходишь на занятия,
А вот дети, у них очень много энергии, вот, и хочешь в них вложить, чтобы и сам энергией от них питаешься, вот, и хочешь вложить в них то, что интересно с ними, и занимаешься, и бегаешь сам, и прыгаешь, там, с нами кувыркаешься, вот, и оно, как бы, и хочется для этого жить. Анастасия Белякова пришла в клуб любительского собаководства «Акбар» во времена ковида. Увидела запись в интернете о наборе волонтеров для реализации проекта «Служба помощи четвероногим». Добровольцы выгуливали собак и помогали в уходе за питомцами тем хозяевам, которые не могли сделать этого самостоятельно. Тогда Анастасия решила воплотить в жизнь свою давнюю мечту – помогать там, где она может быть полезной. В основном это помощь, ну, допустим, выгул. Это может быть выгул там двухнедельный, допустим, это может быть разовый выгул. Допустим, вот звонят, нужно там погулять плохо человеку, или нужно куда-то уехать и не с кем просто оставить. Ну, вот так тоже помогаем. Помогаем также в клинике возим. Даже было хомячка просили в клинику отвезти, такое тоже бывает, не отказываем. В 2021 году Анастасия стала победителем конкурса «Доброволец Сарова» в номинации «Рожден помогать». А в прошлом году ей присудили звание «Доброволец года». Сейчас акбаровцы помогают семьям мобилизованных, выгуливают собак, помогают с дрессировкой и консультируют. Анастасия Белякова признается, что самое сложное в волонтерстве – решиться и начать делать. В работе самая главная награда для Анастасии – просто слово «спасибо». Видеть счастливые лица людей, что, то есть это же в первую очередь для людей делается. Это что, понимать, что ты нужен, что твоя помощь вот, ну, нужна человеку. Это, наверное, самое главное. Что это все не просто так. Когда тебе спасибо говорят, это вообще прям приятно, очень приятно. За высокие результаты в своей деятельности Валерий Трубин и Анастасия Белякова удостоились чести быть среди 15 самых достойных горожан, портреты которых висят на обновленной доске почета. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Городские соревнования по теннису прошли в молодежном центре. Турниры прошли в 3 дня. В состязаниях приняли участие порядка 30 спортсменов в 3 возрастных группах в одиночном и парном разрядах. За 3 года занятий теннисом Руслан Ильгузин выполнил 3-й взрослый спортивный разряд. По словам юноши, теннис – сложный и интересный вид спорта, в котором всегда есть место для совершенствования техники и красоты элементов. Юный теннисист – неоднократный победитель и призер городских соревнований. В этом году Руслан стал 2-кратным золотым медалистом в одиночном и смешанном парном разряде. Прошли для меня эти соревнования очень тяжело. Я очень старался занять 1-е место, но в итоге у меня получилось добиться своей цели. Я выиграл в этих соревнованиях и занял 1-е место. Были очень хорошие соперники. У них также были свои тактики, которыми они могли обыгрывать, но обходить их тактики все равно получалось. Были выходы из таких ситуаций. Традиционные ежегодные городские соревнования по теннису в молодежном центре проходили в 3 дня. В состязаниях приняли участие порядка 30 спортсменов в 3 возрастных группах в одиночном и парном разрядах. Самые маленькие воспитанники секции тенниса впервые испытали себя на корте на серьезном турнире. Тут соревнования. То, что тут можно показать, ну, чему-то научился. У меня стало получаться, и тут очень хороший тренер. А какое ты место занял на этих соревнованиях? 3-е. Соперники были довольно-таки сильные. Ну, и мы, возможно, решили, как можно их победить. А что было сложного в соревнованиях? В соревнованиях было сложного, когда соперник пытался обхитрить, либо пытался сделать какой-нибудь очень мощный прием. Сложно достаточно. Умею играть просто достаточно, ну, еще и легко было как-то, так. И сложно, и легко. Да. Что было сложно? То, что они сильно так подают. Сложно было отбивать. Воспитанники секции тенниса молодежного центра всегда очень серьезно настраиваются на эти соревнования. По словам тренера, у детей можно увидеть разный спектр эмоций. И даже при отчаянии от поражения юные спортсмены все-таки выходят на корт и забирают призовые места. Они вот к этим соревнованиям готовятся прям вообще очень добросовестно. У нас 2 недели было подготовки. Когда мы им сказали, они прям на тренировки ходили каждый день. Победители и призеры соревнований вошли в состав общей сборной по теннису.
И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей.